достать и все. Но это то время, которое, когда она еще не кончилась, и орден Красной Звезды считался еще боевым. Разожми кулак сведенный, друг товарищ, пусть засветится и маливый рубин. Он тебе напомнит зарево пожарищ и разорванную сталь бронемашин. Он напомнит злой небо Чаквардака, догорающий на склоне вертолет, как захлебывалась пятая атака и как кто-то грудью лег на пулемет. Ну а эти за столом под образами, за скатеркой из зеленого сукна, не они тебя на рейды провожали, не они тебе вручали ордена. Знаешь, друг, давай пойдем по ресторанам, так давно ты в ресторанах не бывал. Поглядел, как там куражатся нафманы, прожигающие частный капитал. Нам отпустит все грехи официантка и под вопли электрических гитар. Ты расскажешь про обстрелы на Саланге, я тебе про непокорный Кандагар. Кто-то нас объявит жертвами ошибки, кто-то памятник при жизни возведет, кто-то в спину нам пролает недобитки, а кто-то руку понимающую пожмет. Помнишь Пашку? А Валерку из Баграма? Оба в 81-м полегли. У Павлухи только старенькая мама, а Валерка звал невесту Натали. Третий тост. Не прячь глаза, видны мужчины, а ну-ка, девочка, неси еще вина. Звезды в рюмку по традиции старинной, так на фронте омывают огня. Третий тост. Не прячь глаза, видны мужчины, ну-ка, девочка, неси еще вина. Звезды в рюмку по традиции старинной, так на фронте омывают огня. Выйдем в полночь, постоим под фонарями, у бессонницы забвенья не проси. Отведи нас на свидание с друзьями, не сговорчивай позднее такси. Эй, шофер, неужто мало четвертного или слишком суровый на вид? Ну, подбрось нас до поселка Вострякова, постоять у краснозвездных пирамид. Эй, шофер, неужто мало четвертного или слишком мы суровые на вид? Но подбрось нас на деревню Вострякова, помолчать у краснозвездных. Спасибо.